Министерство культуры Республики Адыгея и Центр народной культуры Республики Адыгея в целях возрождения традиционной народной культуры и реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотического воспитания» с 2 по 5 ноября 2020 года на цифровых ресурсах культуры проводит заочный региональный фестиваль «Возвращение к истокам. Путь к возрождению». Цели и задачи фестиваля – возрождение, сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов, проживающих в Республике Адыгея, приобщение к этнокультурным и духовным ценностям, содействие сохранению межнационального мира и согласия, формирование культуры межнационального общения, содействие цифровой трансформации сферы культуры. В фестивале принимают участие фольклорно-этнографические коллективы народного творчества культурно-досуговых учреждений Республики Адыгея. Участниками фестиваля стали и работники ДК села Натырбово. Предлагаем вашему вниманию конкурсную программу. Деревня, изба, большая семья еще спит. Но вот прокричит петух, наступит Игнатьев день, 2 января. В православной Руси этот праздник отмечали в честь Игнатия Богоносца. И большая семья начнет готовиться к рождественским праздникам. Убирать дом, печь хлеб, учить колядки и рождественские песни. И, конечно, вечером, гостевой вечер в этот день. Они будут ждать гостей. Какой гость, такой и год. Новый день наступил, слава Богу! Сегодня же Игнатов день, на Игнатов день говорили новый день, новый год, молодой год. Так меня же Игнатом зовут, а кто ж был Игнат Богоносец, а я кто? О, и ты, дуречка, проснулся. Ой, дорогой. Заказал бы молебен, помолился за сохранение нашего дома. Семья-то у нас большая, сыночки, невестушки, внучат. Дай срок, сейчас возьму икону, а пойду в избу крестным ходом, пойду в церковь, закажу молебен, а пойдем крестным ходом в деревню, чтоб не было ни пожаров, ни потопов. Был хороший урожай, и чтоб нечистая сила тьфу-тьфу обошла нашу деревню стороной. А ты, брат, буди домочаться, хватит их спать заливать. На Игнатове хлеб пеку, избу выбираю, и гостей встречаю. А я пошел. Иди, дорогой, иди, а я пошла домочаться. Сыночек Ванечка! Вставай, петухи уже пропели, пора вставать и других поднимать. А я пошла курочку кормить. Стою, маленька. Сережа!
ягодки от снега и не очищу. Чтобы урожай у нас, короче, мог быть богатый. Да, там на день не надо. Я еще тебя возьму, днем считается. Ему дарили калач, а если женщина, ей дарили куклу.
Матушка, матушка, придой мой хлебец, испеки по-хорошему. А Кулин, скажи, а ты готовила праздничную для стола? Да приготовила, приготовила, не забыла. Не забывай, учить деток, внучек своих, чтобы на стол не ложили голый хлеб, а ложили на скатерть, а то будет голая, холодная жизнь. Да помним мы и знаем, что хлеб всегда ложили коркой вверх и не надрезанной стороной двери, а в каравае нельзя было оставлять нож. Все это делалось для того, чтобы в доме всегда хлеб был, и домочадцы, чтоб здоровы были. Правильно. Вася, а у внучатки выучили рождественскую песню? А то я пойду. После заката нельзя. Голос хриплый будет. Дарья,
Спасибо, спасибо. Соседи наши люди добрые, приветливые. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Здравствуйте, девочки. А погода-то какая сегодня? Холодно, а солнце целый день светило. Какая погода будет на Игнатьев день, такая и в августе будет. Значит, август будет теплым и солнечным. А если ветрено и слякоть много? Тогда август будет холодный и дождливый. Мы что сюда, приветы пришли обсуждать? Только вас и ждем. Проходите за стол. Нельзя доедать кусок хлеба.